с вами Серега, мы продолжаем играть в XCOM. Долгая война. У нас, в принципе, все неплохо идет. Но с другой стороны, если разобраться, то денег у нас стало поступать мало. Два спутника сбито. Через два дня поступит новый перехватчик у нас на фронт, скажем так. И переоборудование, которого я жду, собственно, список кораблей. 4 дня и 6 дней. То есть как-то нам еще пару дней без перехватчиков надо прожить. Павличенко Людмила возвращает строй. 12 плавов, 2 ученых. Конечно же, забирайте. Хорошо. Верный лазер. Еще один дробовик. Улучшенный сбор, да? Улучшенный сбор. Это у нас что, я забыл? Фрагментов оружия. Мы сможем больше брать. Улучшенные лазеры. 150 монет. Силу лучей полевого лазерного оружия. Блин, вот хочется мне, конечно, очень сильно. И вот эту хочется. Но спутники важнее. Мне нужны спутники, ребята. Почем они нынче? 82 бакса. Хм. Недостаточно модульной мощности для запуска спутника. Чё? А, 9 и 14 дней у нас уже заказано. 3 штуки. 9 дней и 14. Все, понял. Турельный лазер. На ТБМП можно поставить. Кумулятивные боеприпасы на ТБМП. Модуль умной пули. Стабилизация прицела. Блин, лазерную пушку бы еще одну заказать. 131. Не так уж и дорого, да? По постройкам у нас будет тепловой генератор. Энергии у нас маловато. Мастерская. Но сюда мы для производства мэков поставим что-нибудь. Не помню, как она называется. Спутниковый модуль. Вот сюда, наверное, еще один спутниковый модуль впендюрим. Мы, кстати, его можем построить, но у нас энергии не хватает. 200 баксов нужно. Через 4 дня мы сможем его построить. Шикарно. И нам нужно еще копать. Нам нужно уже копать. И строить здесь штуку, которую мы в прошлой серии открыли, да? Так, давайте смотрим, что мы можем здесь запродать. В принципе, ничего хорошего. Может быть, какая-нибудь миссия будет у нас? Давайте. Новый перехватчик. Один день. В Африке будут. Шикарно. Лазерная пушка на барону установили. Шикарно. Мутонов скрываем. Проект сохранения боеприпасов доступен в литейном цехе. Ладно, мутонов мы вскрыли, это хорошо. Броня мутонов содержит сервомоторы, выполняющие функцию дозарядки оружия во время ведения боя, что позволяет их оружию сделать больше выстрелов до необходимости перезарядки. Это классная вещь. Это классная вещь. Оружие Гаусса 13 дней. Блин. Оружие Гаусса крутая штука. Вскрытие кристаллида 5 дней. Дохляк 5 дней. Ну вот эти, давайте, наверное, компьютеры. Может быть, для самолетов нам что-нибудь дадут, какие-нибудь там проекты для системы наведения, либо еще что-нибудь. Блин. И оружие хочется. 13 дней всего. Полмесяца, и у нас уже будет оружие Гаусса, да? Мне кажется, это будет вообще классная штука. Так, 7 дней. Приоритет, да? Допрос дохляка. Хм. Вот все охота. Вот все хочется. Давайте, наверное, кристаллиды вскроем. Там, по-моему, у нас будут штуки такие синего цвета. Мы сможем. Хотя пока этого вскрываем, пока этого вскрываем, мы уже исследуем. Нет, давайте быстрые проекты все сделаем. Мы решили назвать. Да. Тепловой генератор 2 дня и 4 дня до конца месяца. 2 ученых еще за 12 плавов. Конечно, забирайте. Мы получаем сообщение о новых похищениях людей. Места происшествия отмечены на глобусе. 80 баксов, неплохо. Давайте, собираем команду.
И на миссии у нас идут одни из самых крутых пацанов. У нас идет Нео с крутым дробовиком, да? В прошлой миссии мы его не брали, но сейчас он должен себя показать. Получает у нас дугомет, еще дугомет получает Пурген, потому что он неплохо бегает. Призрак у нас получает плюс один к дамагу основного оружия, прицел. Граф у нас идет с прицелом, с броней, жирненький становится потихонечку. Дальше Челонга с собой тащим, тоже для прокачки. И Егорова у нас опять идет в бой, тоже с Марком, Марксманским прицелом и марксманской винтовкой. Тоже надо проверить, первые полевые испытания. Поэтому выдвигаемся. Садимся. Я думаю, что такие крутые пацаны не долетим должны... в Китай, там сейчас неспокойно. Со всего мира поступают сообщения о попытках похищения. Отправляйтесь к месту последнего происшествия. Такие крутые пацаны не должны, говорю, профукать миссию, поэтому все хорошо идем. И, кстати, граф у нас идет с тяжелой лазерной винтовкой, поскольку два раза стреляет. Так, выходим. Все такие модные. Центр, я рейнджер. Ударный отряд приземляется. Ждем приказаний. Все. Вас понял, рейнджер. Штурм 1 может приступать к операции. Так, чисто. Сектор клир. Уже иду. Так. Двигаюсь к точке. Челонга сразу вперед. Так, ты у нас пойдешь по... Ясно. Начинаю движение. По всяким здесь... Так. Марксманская винтовка, да? Давай есть, сюда. Выполняю. Ну, снайпер пока что здесь стоит. И муха не полетит. Ждем. У этой, кстати, навык есть. За половинку укрытия садится, и это дает ей... полное укрытие, так что выдвигаюсь. Все шикарно. Выполняю. Тук-тук. Круто. Вижу интересную штуковину. Да, это круто. Выдвигаюсь. Вперед. Вот становится жарковато. Вот они, вот они, вот они. Мерзавки. Так, ну конечно же мы не достаем. А если с пестика 21? Не, не пойдет. Так. Тяжелая винтовка, да? Вот было бы неплохо его куда-нибудь убрать бы. Например, вот поехали сюда. Хорошо. А графа мы сейчас поставим за угол. Он как раз пробежит у нас, да, за полное укрытие. И со следующего хода два раза с тяжелого винтаря сможет стрелять. Шикарно. Мне кажется, хороший план. Двигаюсь в указанную точку. Так, ты у нас идешь на позицию, будешь сейчас здесь все простреливать. Хорошо. Так, здесь у нас полное укрытие. Мне кажется, уже выдвигаюсь. Тоже неплохо. Будем с этой стороны их атаковать немножко. Так. Тебя мы, наверное, слегка поближе, да? Мчусь туда. Куда-нибудь, например, вот сюда. Никого не видишь? Ну, я думаю, к моменту заварушки уже должна кого-нибудь увидеть. Так, ты сидишь здесь. Ясно. Буду на чеку. Ну что, гаврики, один здесь. Так, один здесь, да? Боеготовность. Противник открыл огонь. Ну это самонадеянно, конечно. Так, давайте посмотрим, что у нас граф скажет. 50, 65. Огонь. 8. Конец лунатику. Красавчик. 40, да? Ладно.
Так, челонок у нас может метку повешать, но его здесь запалят. Его здесь запалят. Поэтому давайте мы, наверное, сделаем вот так. Я думаю, что вот здесь мимо двери он будет бежать. Он, говорю. Мария Егорова наша будет здесь бежать. И сорвет боеготовность. Бегом! Погнали. А он даже здесь... Он даже здесь видит. Далеко палит, мерзавка. Чешем. Хорошо. Так, док пока сидит здесь. Мы проходим сюда. На следующий ход заберем. Так, 57. 71. Ну. Так. Ты в кого лучше? 40? 40. Без разницы, да, в кого стрелять? Давайте мы тогда вот на тебя меточку повесим. Нормально. Ой, еще там сектоиды. Они увидели, что патроны над ними летят. 50. Шикарно. Этот готов. План оправдался полностью, да? Вот если я на крышу заберусь, интересно, меня будут видеть или не будут? Выполняю. 57, 62. Призрак. Ну, после перебежки, вот да. Дерьмо. После перебежки точность не очень. Ранган смысла делать не имеет, поэтому... Действуем! Поэтому мы просто валим. Хорошо. Так, доктор. Доктор у нас может, в принципе, рвануть куда-нибудь вот сюда. Да, вот почему нет? Мне кажется, хороший план. И вот отсюда сейчас мы будем их тоже доставлять им беспокойство. Можем даже вот этого зафланговать. Вперед! Но этим ребяткам нужно подходить, потому что с такого расстояния они не очень будут попадать, да? Так, полное укрытие, боеготовность. Ты стрелять будешь? Я под огнем. Нас обстреливают. Косой, блин. Так. Погнали. Здесь мы, похоже, можем зафланговать, да? Ну там бы... А хотя он... Боеготовность не должна. Интересная штуковина. Да. 65. 81. 65. Огонь. 3. Шикарно. Шикарно. Так. Программа минимум. Программа минимум. Проходим сюда. Слушаюсь. И оглушение. Ну, 54. Это больше, чем 42. Ну в него же прям. Черт. Прям в него же попало. Так. 82. 82. Ну давай, призрак. Ну хорош, ты что? Ты что такое творишь? Так, ты. 74. Мне вот это теперь не нравится. Сильно не нравится. Попробуем. Нет. Нужные боеприпасы. Время убивать. Вот дерьмо. Вы, ребята, что-то меня расстраиваете. Так, давайте его на подавление. Так, к этим я не пойду. Задача ясна. Та-та. Под обстрелом. Это... Ну, у него молниеносные рефлексы там прописаны и... Да. Одним меньше. Да. 59, 74. Ага, до третьего не дотягивается.
Ну, огонь. Прощай. Тоже неплохо. Что-то там взрывается. Опять у нас. Так, пошел вон. Здесь просто ад. И ты у нас. Какие вкусняшки здесь. Надо будет сюда сейчас перебежать. Медик у нас там страдает. Так, ну мы, наверное, вот так сделаем, да? Иду. Вот так вот. Мне кажется. Хотя этого убьет у нас. Этого у нас Макс должен убить. Сделаю. Проходим. Вижу противника. Вот они. Так. Пошел вон. 12. И у нас в квартире газ. Это хорошо, что он стрельнул и... Так. Ну, давайте сюда. Так, ты у нас 74. Спасибо. Встретимся в аду. Спасибо. Ясно. На следующем ходу заберешь, да? Увидит, не увидит? Иду. Да, кого-то видим. 59, 44, 44. Пробуем. Нормально. Нормально. Так, и мы проходим. Учусь туда. Пока что сюда. О. Снайпер даже кого-то у нас видит. Давай, пожалуйста. Тоже неплохо. Нужен боекомплект. Ну, чтобы не такой меткий был. На боеготовности. Я под огнем. Так, ребята, у снайпера патронов нет, да? Поэтому перезаряд. Ты у нас что делаешь? Ты у нас сделаешь, наверное, как-нибудь вот так. Да, мимо. И ты никого не видишь, да? Плохо? Очень плохо. Так, что-то я не понимаю даже, что мне делать, куда бежать. Эти на боеготовности все сидят. Это не круто. 84. И все, и больше никого не видишь, да? Тогда стреляй. Конец лунатику! Срочно нужны патроны! Нормально. Получилось! Нормально. Так, а давайте мы их, наверное, зафлангуем, да? Мне кажется, неплохая идея. Слушай! Идем сюда. Получится, не получится? Нет, не видно. Но на следующий ход мы сможем спрыгнуть, например, вот сюда. Действую. И с ними поговорить по душам. Мчусь туда. Ты тоже у нас идешь. Тогда с той стороны обходить. Да, мне кажется, будет неплохая идея. Так, ты у нас... Ты у нас не рискуешь. Все. Давай, готово. Перезарядись пока. Так, боеготовность. Ты стреляешь, да? Хорошо, мы сможем вот туда спрыгнуть сейчас. Лего... Да ну. Ну ладно, по броне прошло. Мы сможем вот сюда спрыгнуть. Например. Иду. Этот нас не увидит, а этому. А этому очечко
немножко подрихтовать. Есть. С ним разобрались. Так, у этого боеготовность. Уже иду. Идем сюда. Сколько? 40. Мало. Метку, пожалуйста, на него. Спасибо. Патроны на исходе. Не могу его снять. Уже иду. К бою готова. Снайпер. Никого не видишь? Бегу. Давай. И отсюда не видишь. Не прикольно. Так, граф. 50. Ну давайте попробуем. Здание трещит. Вот дерьмо. Здание трещит по швам. Так, ну у нас здесь подвис немножко, да, это? Есть. Так, здесь мы видим. Буду настороже. Хорошо. Боеготовность опять. Да что ты такой? Что ты такой хитрый-то, а? Так, метку. Мне нужна метка. Спасибо. Патроны кончились. Поправка на ветер. Кому опыт нужен? 1800? Да, давайте. Или нет? 2000. У нас человечище получает очередное звание. Медик. За завершение миссии тоже дадут опыт, поэтому он тоже у нас получает звание. Граф 1900 тоже опыт получает. И вот, наверное, Максу нужен опыт. Здесь тоже, мне кажется, все будет хорошо. Давайте. Мне кажется, надо 5 единиц. 5 единиц брони, ну... Давай. Идем по следу. Давайте попробуем. Выступаю. Ну, он подбитый у нас. Надеемся, что... Падла. Всю броню сбил. Молись. Молись, несчастный. Пытыщ. Чисто, как по учебнику. 17 крита. Шик. Шик и блеск. Так, у нас куча повышений должно быть, по идее. Соколиный глаз возвращается в строй. Пришельцам не будет пощады. Ага. И должен признаться, я рад этому. Нифига подобного. Стабильность платформы, выборочное прицеливание увеличивает основной урон на 2 для основного оружия и на 1 для пистолетов при стрельбе по людям, а также врагам, чьи представители были подвергнуты вскрытию. О, мне кажется, это круто. Конечно же, берем. Конечно, берем. Стабильность платформы — это тоже крутая вещь, но мне кажется, у него и так в дальнейшем все будет очень классно с меткостью. Так что мастер-сержант, поздравляем. И все целые, то есть нашему Максу влупили, но влупили в броню, так что все шикарно. Все шикарно. 6 трупов сектоидов, 3 дохляка, 10 фрагментов, 16 наносплавов, 80 баксов. Не забывайте, мы видим все. 173. Один день подождать и сможем что-нибудь запостроить. У нас входящее сообщение от совета. Давайте. Доктор Шин считает, что транспортер, который мы получили благодаря Джану, связан с навигационной системой инопланетного дредноута. Инженер уверен, создав еще несколько транспортеров такого типа, мы сможем заставить дредноут отклониться от курса. Прекрасно. Блин. Жду от вас хороших новостей. Это, по-моему, плохая миссия. Соколиный глаз. 91 меткость. Круто. Павличенко у нас 88. Ну давайте, берем. Так, всех скидываем. Так, нам нужен снайпер. Дальше. Берем медика какого-нибудь на прокачку. О, Люська. Хорошо. Люська давно не ходила. Дальше штурмовик. Штурмовика возьмем Динку. Кто еще? Пехота. Иерарх. Кто еще? Вот этот давно у нас не ходил. И Алексей у нас давно не ходил. Что-то такое у нас.
Почему давно не ходил? Болел, что ли? Пиль, куриль, болель. Тебе броню фалангу, тебе винтовку, пистолет. Тебе... Что тебе еще? Тебе, наверное, прицел. Модуль стабилизации дает нам плюс один дамага. Да, шанс крита и один дамага. Нет. Шанс критического попадания на 8 и урон основного оружия на 1 при критическом попадании. Блин. Так, давайте посмотрим, что еще есть такое тогда крутого. Лазерный прицел. Дугомет. Ну, даже не знаю тогда. Что бы тебе такого вручить-то? Увеличенные магазины. Один лишний выстрел. Не особо интересно. Защита из сплавов. Прикольно. Нет, все-таки давайте. Модуль стабилизации. Хорошо. Медик. Броня. Лазер. Пистолет. Медпакетов так много нам не надо. Поэтому... Ты получаешь прицел. Сколько? 13 бегодни? Хм. Может быть, дугомет? Нет. Без дугомета. Ну, броня фаланга. Верный лазер, пистолет. Дугомет. Защита из сплавов. Хорошо. Иерарх, броня. Тяжелая винтовка. Прицел. Может быть, а может быть и нет. Нет, все-таки прицел. Потому что винтовка будет его. Так, ЛПП, автоматический лазер. Сюда мы тебе. Прицел, сюда мы тебе. Защиту из сплавов, хорошо. Так, мы тебе тяжелую винтовку хоть дали? Да, тяжелую. И Леха у нас броня. Знаете, крутой дробовик. Дугомет. Не-не-не, какая керамическая защита? Вы о чем? Защита из сплавов. Хорошо. В принципе, народ у нас готов. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Шторм 1, готовимся к высадке. Да, конечно. Летим в Китай, там сейчас неспокойно. И вокзал. Расставить транспондеры по всему поезду. Операция «Тихий страх». После размещения транспондеров запустить поезд из кабины. Хм. Ладно. Прикольный такой вокзал. Но он мне нифига не нравится. Он мне нифига не нравится. Два штурмовика у нас идут с дугометами. Большие надежды у меня на это дело. Времени мало. Дредноут пришельцев направляется к городу. Используя устройство Джана, доктор Шень создал мощные транспондеры. Они смогут вывести из строя навигационный компьютер пришельцев. Но единственный способ быстро доставить эти устройства на место — воспользоваться пассажирской железной дорогой, которая проходит через весь город. Да, пока он там разговаривает, мы тут уже немножко... Мы уже тут немножко пиу-пиу делаем. 46, мало. Где у нас тут? Блин, смогут зафланговать? По идее, не смогут. Выхожу. Но процент попадания у них будет достаточно большой. 54. 54. Сможем, если что, кого-то подавлять. Так, ран-н-ган. Ран-н-ган мы сможем сделать вот сюда, например. И толку это нам не даст никакого, да? Понятно. Так, сможем сюда рвануть. Этот подраненный у нас. Так, давайте. Ты у нас видишь только одного. Вот того почему-то. Этого не видит. Поэтому мы, наверное, меточку на него повешаем.
Да, такая неплохая меточка. И стрельнем еще вдогонку. Ну, неплохо. Неплохо. Так, дальше. Ты у нас. Слушаюсь. Идешь сюда. Ты у нас идешь. Лечу туда. Сюда. А ты у нас идешь тогда вот сюда. Мчусь. Это направление тоже надо держать. Ты еще не понял, что ли? Так, меня вот этот волнует. Насколько точно он будет стрелять? Все хорошо. Я в порядке. Все хорошо. Так. Снайпер. Где там наша Людмила? Ну, по-моему... По-моему, только дохлики орут. 82. Огонь. Спасибо. Спасибо, Людочка. Ты настоящий друг. Так. Двигаюсь на позицию. Метку. Сняла его. Неплохо у нас. Мышка метки раздает, да? Прям любо-дорого посмотреть. Такие метки аж закачаешься. Так, там уже я иду. Не хочу паки срывать, поэтому пока что идем сюда. Готовность номер один. Так, ты у нас идешь. Ты у нас идешь пока что. Приказ получен, вот командир. Сюда. Пойдем как-то здесь, наверное, большей частью. Здесь, конечно, тоже надо, но. Иду на позицию. О. Ага. Понятно. Давай сюда. Так, ты у нас. Кстати, да, можно снайпера сюда засадить будет. Шикарно. Есть, выполняю. Проходим. Мы отправим транспондеры на этом поезде. Ничего лучше у нас нет. Каждый транспондер нужно установить в указанном месте, чтобы обеспечить устойчивый сигнал. Сейчас установим, подожди. Кто-то там еще бегает. Так. Координаты получены. Проходим потихонечку, да? Может быть, пулемет на крышу? Или все-таки Людмилу? Людмила у нас не успевает добежать. Так. Блин, это... Ясно. Гадость всякая здесь у нас. Так. Ну что, потихоньку двигаемся? Ясно. Если что, свалим назад. Отлично. Этот транспондер на месте. Если установить все транспондеры, они смогут передать сигнал, который прервет работу навигационных систем пришельцев. Если все пойдет по плану, дредноут врага собьется с курса, и мы получим прекрасную возможность для атаки. Лечу туда. Угу, лети. Аккуратненько, потихоньку, полегоньку проходим. Мы засекли скопление кораблей противника. Похоже, их выпустили с дредноута. Готовьтесь к бою. Что там за звук? Да мы уже готовы. А, они здесь сверху должны падать на нас. Они должны... Вот они. О, и инвиз. Давай. Иерарх. Косоват немножечко. Черт, враг еще дергается. Опа. Привет. Так, это впереди у нас, да, будет? Давай. Ты же два раза у нас можешь стрелять. 62. Давай сначала этого. Да.
Срочно пополните боезапас! А теперь урон нулевой! Доктор, 64, 64. Огонь. 5 единиц здоровья. Блин, крутовато. Выполняю. 62, 78. Он в того засранца. Давайте попробуем снять его. Да, уже неплохо. Не выйдет, нечем стрелять. Так, здесь мы что делаем? Здесь даже раненган сделать-то. Только сюда, а толку? Толку особо нету. 54, 54. Давайте метку. Вот это плохо. Вот это плохо. Да, хорошего мало. Так, тут у нас мутон уже стоит, да, где-то? Тут у нас где-то мутон стоит. Давайте, наверное, вот так сделаем. Есть, выполняю. Он же сможет высунуться и стрельнуть. 94, да? Огонь. Он мертв. Спасибо. Ты у нас со своим run and gun. Куда, например, идешь? Ну, только если вот так сделать. Смерти. Только если вот так сделать. За дело! По-другому я шансов не вижу. 38. Плохо. А с дробовика? 28. Нет, давайте все-таки с пистолета. Если попадем, то убьем. Огонь. Да. Дредноут пришельцев идет прямо к городу. Поторопитесь. Торопимся как можем. Боеготовность, да? Так, инвиз. А почему два звука у меня было? Еще где-то есть? Так. Ну ты, парень, охамил немножко. Ты, парниша, немножко охамил. Ясно. Смена магазина. Угу. Так. И что мы делаем? Так, там у нас боеготовность, да? Это не очень круто. Блин, ну придется медикам срывать боеготовность. Какие предположения есть? Предположения и предложения. 76. Огонь. Да ну! Ты меня расстраиваешь. Черт, не может быть! Но тем не менее, боевая класс. Задача выполнена, да, молодец. Иду. Шикарно. Шикарно. Готов. Больше не дернется. Так. Есть! Пока выполняю. Что идем сюда. Надо снайпера будет подвести поближе. Снайпера надо будет поближе подвести. Пора пробежаться. Подожди. Дробовик-то возьми. Нет, поздно. Ну ладно. Так, у нас невидимка. Я весь внимание. Стой, охраняй. Что я охраняю? Это на следующем ходу. Вот здесь у нас, вот здесь одна. Привет. Быцк. Круто. Мне нравится. 5 в корпус, 3 в броню. Шикарно. Двигаюсь на позицию. Что я могу сказать? Шикарно. Так держать, штурм один. Осталось подключить 2 транспондера. Перезарядился. Возьми-ка нормальную пушку.
И погнали. Выполняю. Всем внимание. Вот они, красавцы. Подожди, сначала Людмила должна у нас что-нибудь сказать. 100, 100. Кто нам больше не нравится? Например, вот этот нам не нравится. Готов. Отлично. Так, дальше у нас идет здесь уже иду. Пулеметчик. Никого не видит. Ладно. Готовность номер один. В два счета. Но он все равно не будет стрелять, поэтому... Можно начинать. Перезаряжаемся. Задача ясна. Да куда ж ты? Капец. Ты меня расстраиваешь. Ты меня расстраиваешь. Так, медик. Ворота-то что, не открываются? Заманчиво, конечно, но там еще один у нас стоит где-то здесь, да? Поняла. Отступаем. Время на исходе. Вражеский дредноут приближается к городу. Скорее. И мышка. Вот это плохо. А с самого начала боя так хорошо себя показывала. Ты у нас вообще обойти хотят! Бесстрашный. Плюнет сейчас. Да. Что это за дрянь? Так, снайпер. Снайпер. Ку-ку. 100, 100. Да, пожалуйста. Отлично. Идем по следу. Бегом. Привет. Улыбайтесь. Отлично. Ну а что, не можем, что ли? А, мы уже нажали, да? Ясно. Выполняю. Сиди пока. Направляюсь на точку. Ты у нас пока сюда бежишь, чтобы в любую сторону мог спрыгнуть. Рок-н-ролл! Раз уж залез. Так, эти сидят у меня, да? Слушаюсь. Сидят и курят. Можно начинать. И на тебе кислота. Еще чуть-чуть. Осталось подключить последний транспондер. Бегом! Бегом. Аккуратненько идем. Вас понял. Аккуратненько идем. Так, штурмовики. Ну, например. За дело. Например, вот сюда. Так, он здесь будет стоять еще полгода. Принято. Поэтому идем сюда. Убираем с него. Не хочу я, чтобы на нем кислота была. Вот и подлатали. Да, отлично. Спасибо. И валим. Поняла вас. Валим вперед. Я снова в строю. Хорошо. Хорошо. Снайпер у нас идет, например, слушаюсь, вот сюда. И будет перезаряжаться. Ну, пока готово. Особых целей нет. Потому что слишком далеко сзади я ее не хочу держать. Поняла вас. Медик идет обратно.
Да, потому что слишком долго будет в кислоте сидеть. Противники приближаются к нашей группе. Еще немного, и корабль чужих сможет открыть огонь. Что там за звук? Два хода осталось. Ой-ой-ой. Нифига себе. Тут еще мутон. Еще мутон. Да ну вы издеваетесь, что ли? Снайпер у нас встревает, да? Снайпер у нас тупо встревает. 40. Хотя... Противник уничтожен. Как-то вот так. Так, дружище. Придется тебе немножко пострадать. Как мне кажется. Давай, Иерарх. Ты у нас выживешь в любом случае, но... Ты должен сделать это полезное дело. 67. Но он справился. Класс. Он справился. Шикарно. Еще впереди один мутон. Еще впереди один мутон. Поэтому нам нужно какое-то укрытие. Например, вот это. Приказ получен, командир. Так, хорошо. Нам нужно срочно идти вперед. Как можно быстрее. А вот эта кабина уже, да? Давай, пошел! Хорошо. Значит, идем. Вариантов немного. Ясно. Начинаю движение. Бегом! Поезд должен отправляться. Немедленно! Не истери. Тут еще один мутон у нас бегает. Где-то. Где-то. Отлично. Все транспондеры включены. Теперь вам остается отправить поезд к месту назначения. У нас новая задача. Ты как это? Ни хрена себе. Уже же сижу. Зацепило. Вот подлюка. Прячемся. А зачем я спрятался? Скажите, пожалуйста, зачем я спрятался? Есть, выполняю. Надо было смотреть на него, а снайпер бы пиу-пиу бы сделал. Координаты получены. Так. 100% крит. Огонь. Нифига себе расстояние-то. Лунатик готов. Шикарно. Так, и здесь мы делаем, наверное... Со скоростью смерти! Вот таким образом. Бегом! Вперед. Очень хорошо. Все транспондеры установлены, поезд может трогаться. Когда он окажется под дредноутом пришельцев, их ждет неприятный сюрприз. Отлично. Практически тютелька в тютельку успели. Ну, напоследок 10 крита поймали, это не очень круто. 16 пришельцев убили, но боевая задача выполнена. Макс у нас там огреб, да, немножко? Ну, там 5 в броню улетело. 5 в него, поэтому... Не, 15, 17 поваляется. Ага, 15, 17, 31 день. А это не Макс у нас получил вообще. У нас и Макс-то с собой не было. Димка у нас получил. И на месяц он уходит валяться, да? Увеличит меткость по летающим целям. Основное оружие, РПГ и вспомогательное оружие МЭК наносят одну единицу дополнительного урона. Это классно, но летающих тоже будет много, наверное, мне кажется. Поэтому будем... Хотя нет. Он в любом случае станет точным. Винтовки потом у нас нормальные будут. Давайте увеличивать. Дамаг лучше будет увеличивать. Мастер-сержант Людмила.
Да, пожалуйста, выборочное прицеливание. Это классная вещь. Все классно, единственное, Динка у нас пострадал. Людмила 38 человек убила. Молодец. Два наносплава, 22 фрагмента оружия. Прикольно. Кучу трупов еще привезли. Броня, фаланга. До связи, командир. Чиним. Да, хорошо. Все, у нас уже 253 бакса. Термогенератор готов к работе. Шикарно. Тепловой генератор. Что мы можем сделать? Спутниковый модуль, 30 инженеров. Да, наверное. Вот сюда, наверное, воткнем его. Спутниковый модуль. Хорошо. 21 день для постройки. $53 у нас остается. Здесь надо сотку, чтобы прокопать. Давайте, наверное, продадим чего-нибудь запродадим. И наносплав, эллерий. Сколько нам нужно? 47. Так, подождите, что-то много. 47. И вот здесь прокопаем. Потому что надо уже здесь выкапывать, лаборатории здесь строить еще. И здесь тоже чего-нибудь строить. Изолятор. Вот здесь у нас есть место. Можно, например... Нет, ничего не будем здесь строить. Пока что. Сообщение из совета. 2 дня. Может быть, дождемся? 2 ученых? Да, конечно, берите. Операция «Экзальт». Потеряно времени 3 дня. Резервная копия данных 40%. 2 лаборатория. И всего потеряно времени 2 дня. Повредил научным исследованиям. Козлы. Козлы. Но секретную операцию, я думаю, что мы будем начинать уже в следующей серии. И месяц заканчивать тоже в следующей серии. Поэтому, ребята, все на этом. С вами буду прощаться. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. С вами был Серега. Увидимся. Всем пока-пока.